После обильных осадков, которые выпали за выходные, улицы Магадана очищают. Погрузчики и самосвалы убирают снег. Экскаватор ведет погрузку песко-соляной смеси на базе ГЛУТ. Также выполняют смет и сбор мусора. Кроме того, организована промывка ливневых канализаций. Также автогрейдер срезает накат и расширяет проезжие части. Уборку парков и скверов ведут сотрудники КЗХ. Они чистят тротуары и лестницы. Всего в уборке города задействовали 34 единицы техники ГЛУТ и КЗХ. Предприятия работают в две смены.